безопасности и так далее. Это приправительственные службы. И вот Роспотребнадзор, если, конечно, его наделять какими-то определенными полномочиями, это должна быть именно такая проправительственная организация. Она должна быть под контролем. Да нет, их надо просто заставлять, чтобы они делали то, что уже у них и заложено. Ой, так сложно. Коллеги, большое вам спасибо. Сегодня у нас очень продуктивная была пресс-конференция. Я считаю, вот, вы видите, что у нас все очень профессиональные коллеги, люди, специалисты. Я верю, что наша ассоциация действительно станет реально действенной силой на потребительском рынке Санкт-Петербурга. Поэтому желаю нам всем успехов. Спасибо. Всего доброго.